И сегодня же в здании краевой администрации состоялся большой семинар региональной избирательной комиссии. Журналистам рассказали об итогах декабрьских выборов и о том, какова готовность на сегодня к выборам в марте. Сегодняшний семинар прошел на стыке двух избирательных кампаний. Одна недавно закончилась, а вторая лишь набирает силы. По словам председателя избирательной комиссии Забайкальского края Валерия Буянова, выборы депутатов Госдумы 6-го созыва в нашем крае прошли без грубых нарушений. Явка в крае составила 53%. Впервые на избирательных участках были использованы 45 комплексов обработки избирательных бюллетеней. По словам сотрудников избирательных комиссий, при подсчете голосов работу они облегчили. КАИБы будут установлены на некоторых участках и на президентских выборах 4 марта. Возможно, их количество увеличится. Окончательные списки кандидатов на президентские выборы будут утверждены 30 января. Предвыборная агитация начнется 5 февраля и продлится до 3 марта. 20 тысяч открепительных удостоверений уже получила избирательная комиссия Забайкальского края. Их выдача начнется уже 18 января. С 4 марта 2012 года на территории Забайкальского края, помимо выборов президента, в 74 муниципальных образованиях выберут глав районов, а в 21 – депутатов местных советов.